Девочки, поздравляю вас всех с праздником, праздник Сретения. Очень прекрасная сегодня погода, хоть и мороз, но солнце. То есть весна все-таки хочет. Немножко Машны, он стоит там дальше, махни ему. И сегодня праздник, и новая почта звонит и говорит: где вы живете? А я вам звонила, с утра сообщение пришло, опять адрес написали, и никто не может найти. Так я дала адрес, они, говорю, это наши соседи, а он и стал возле соседей, он, видите, машина. Пришла посылка от кого-то. Сейчас мы посмотрим, что это за посылка. Ой, какая погода, ребяточки. Сегодня Алла проспала. Сейчас я обуюсь, секундочку. Хотела так поехать на рыбалку, и вы думаете, что в 8 часов проснулась. А ёлки-палки, что-то такое хорошее снилось. Смотрите, какая погода. Погода, ну просто же это сказка. Ветра нету, ну именно рыбацкая. Все-таки весна хочет победить, дай Боже, что будет тепло и будет хорошо. Спасибо вам за поздравления, спасибо, что вы пишете: Алла, ничего не делайте, Алла, не шейте, Алла, не это, ничего не делаем, ничего. Сейчас суп харчо буду варить, ничего не делаем. О! Лови! Вот это ящичек. Боже, как хорошо. Ну, идем в хату. Обережно, скло написано. Ну, не скло, бо щось так легенько Саша кидає. Так уже хочется на улице все на стол поставить, посмотреть. Не, погода замечательная, просто сказочная. Так, ладно, пошли. Ну, сука, видите, снежка наносится. Ну, ничего, даже снежок. Так, а ну-ка, ну-ка, ну-ка. Возьми ножнички, открой. Вот это, сейчас я посмотрю, что здесь. Так, улица. Вот они неправильно пишут. О, я поняла, кто это. Это незнакомка. Это незнакомка. Что это незнакомка опять выдумала? Давай, открывай. Незнакомка, ты что, на все праздники будешь подарки нам слать или как? Не рассчитаемся. И главное, что смотри, прямо... Ой, так холодно от коробки. Прямо конструктор дитячий. Что-то написано вон там на этом. Но я ж думаю, незнакомка не станет хейтером. Как по типу Сашоньки. Что-то прислала. Сейчас такие вы... Саша, осторожно, сейчас не дай, бо так как выскочишь, как дать в лицо резиновое. Вот тут еще подрисанечек. Только попылесосил Саня вчера. Ого, а что это такое? Такое здоровое. Плед, что ли? Свою. Осторожно с этого. Выскочил. Ого, я как ящик здоров. Пакеты такие большие. Там какое-то письмо это было. Пакеты, это клюв. Да, там что-то было, наверное, да, это я... ей приходило, наверное, присылала. Не, там нема, там было. Это у меня плед подаренный от Гали. А это что, еще пледы? Чи что, ребят? Незнакомка, зачем мне пледы? Вот. А, что это? Что это такое? О, чудовый день начинается с ночи. Или какая тёлочка, Сань? А что то? А я не знаю. Ты что, одеяло? А, вышивка на сатиновая наволочка. А, ну да. Наволочка? Написано, да. Это подушки? А ну-ка, Сань. А ну, открой. От уже, глянь, тільки сказала, что у меня сон поганый снився. Потому что... Ух, какая подушка. Смотрите, какая подушка здоровая. Овечи. Тоже наволочка, да? Угу. Еще и запасни. Незнакомка. Я же портная. Я же могу пошить. Чи це может для чего-то другого? А ну, дивите, какая гарна. Виділен в Україні білірбе какой-то, забезпечує природній розслаблений стан тіла, правильно підтримує потилищну. Ой, це класна.
Так а это вот это тебе, одна. Саш, я думаю. И кажи, еще одна. Это тебе, из-за тебя попережила. Ты спишь на пяти подушках. Теперь на одной буду спать. Потому, потому что мне неудобно. Вот смотрите, что тут написано. Чесана овечья вовна. Ё-моё. Волокно 600 граммов весит. Вот. Вот это красота. Вот подушка Г-подобной формы. А я зато забыла. Ну, открывай. Вот это. А тут тоже наволочка была в ней, че не, Сань? Че там такое? Да, есть. Есть, да? Угу. Ой, какая она такая приятная. А это что такое? Вот это конкретная подушка. Это для меня. О! Это для меня! Кажется, уже конкретно. Это подушка для беременных, Сань. Это конкретно. Это вот так. Она такая. Это вот так вот ложись. Вот так ложись на пол. Вот так вот. Смотрите, молоток. Ой, сейчас, подожди секундочку. Вот это, вот так ложись. Вот так. Это сюда голову. А вот эту часть между ноги. Вот так. Ой, как клёво. Я уже сплю. Сейчас покажу вам. Я не ожидал. Смотрите, видите, как надо вот так вот. Вот это. Сейчас очки сниму. Секундочку, подождите. Я же не думала. Ой, как классно. Хочешь сюда, хочешь на ту сторону, чтобы так руки ложить. Ой, как клёво, вообще замечательно. Класс, между ног положила, так обнял её и спишь. Ой, спасибо большое, вот это сон будет, ё-моё, красота. Так, это надо будет под неё пошить наволочку, потому что она будет... Есть наволочка? Все, тепер нічого не буду робити, тільки буду... О, наволочка на эту подушку. Смотрите, сколько места есть. Есть наволочка, да? Да, ой, ой, спасибо большое. Санька, ну давай те подушки, ну давай ляж возле меня с подушками. Вот давай это... Давай наволочки поденем. Не, ну потом оденем сейчас. Ну а же тут чисто, ты вчера пылесосил, Саш. Ну что ты? А ну-ка, давай те подушечки. Да. А ну-ка, сейчас. Как ты будешь на 10? Не, подушки? Я не буду на 10. Ты что, я буду на одной. Сейчас. Вот смотри, ложись вот так вот. Просто что мне, Саша, просто я люблю, когда я смотрю телевизор, это я немножко выше поднимаю. Когда я уже засыпаю, то это тоже, что нужно. Что классно. Смотрите, я сюда, ты можешь так перевернуться. Замечательно. Санька, ну ты ляж на подушку возле меня, ну ляж. Я же одета. Ну так я одета, ляж. Я стесняется. Саша, ну мы же не ждали посылок. Бачите, яка. Просто попробуй, ляж. Я тоже ж одета. Ляж, я не буду тебе показывать. А у мене ще й третя дядя лежить возле мене. Ну я не буду тебе показывать, ляж, чесно. Я потом ляж. Та ну щас, ляж, я щас оберу їх. Я щас одену їх. Ну, конечно, класні такі. Они... От сейчас ти їх уже не поставиш, Санька, потому що ту, що купили, вона стоїть у нього. Ай, красота. Оцей молот, конечно, вообще. Подушка молот. Это для беременных, я знаю, что хорошо. Вот я тоже. Я подушечку засовываю, вот так вот сгибаю, так ложуся и лежу с нею. Так что, о боже, надо вставать. Аллочка, сейчас я выключу, бо я встаю, я каракатица. А что ты там разглядываешь? Не, я наволочку достал. На, одевай. На молнике чи на... Ух. Не, это не на молнике. Не на... Так, одевается. А тя на молнике? Не знаю, не смотрю. Блин, с такими полосочками. Ой, сейчас, подожди, я встану, бо я... А что это я уже тут что-то такое накачалась, она на ней так... Подушечка. Ой, господи, гляньте, какая подушечка. Так, стой, пожалуйста. Да, гарне діло, гарне. А як же ж підписати, де моя, де твоя? Я красний крестик вишью. Быстренько одели. Смотрите, никакая тут молния не нужна. Тут вот этот загашничек есть. Все. А вот так, конечно, мы ее одели еле-еле. Они правильно, надо померить сначала, а потом одевать эту фигню, этот рукав. Штаны просто дуже длинная она, конечно. Ну ничего. Вот, видишь, вот так померить и вставлять туда доктора Айболита этого. Такие хорошие. Этот. Ну, дает, это женщина.
Женщина, ой, ранимая. Вот таких две наволочки, ребята, это из... Ой, встала еле-еле. Это с этой ноги. Еще одна запасная. Теперь те подушки все перестираю. И в эти пакеты поскладываю. Гляньте, какие сумки красивые делают. Прямо с замочками можно. Что хочешь продавать, что хочешь носить. Сюда одеяло можно спрятать. Ну, короче, пригодится для чего-то. А я думала, это Билербек. Я думала, это импортная какая-то фирма. Эти медали сколько надавали. Я видела там в Киеве, как заезжаешь. И до, сейчас, секундочку, Саксаганского доезжаешь, там такая реклама, вот эта женщина на дереве в таком одеяле лежит. Может, там они их делают. Все, ну это положу в шкаф. Две наволочки. А, вот написано, видишь, вот какая она. Ну, расскажу, как мы будем спать на этих подушках. Ну, а пока спасибо большое. Большое-пребольшое спасибо. Сейчас Саша оденет, и я вам покажу. Саша моя девица складала в кровать. Справа вся. Зачем ей настилать? Він каже, я заслав в кровать. Ну, как заслав, так и будет. Все, одеты наши подушки. Переночуем, расскажу вам, как. А тебе, незнакомка, спасибо большое. Спасибо большое за то, что внимательно. И спасибо за то, что вы уже в жизни это все испробовали, вам понравилось, и вы мне прислали. Спасибо вам большое. До новых встреч.